Всем кукушки, кукушки, привет. И всем губкам. С вами я, Губка Боб. И вы на моем канале. Губка Боб. Квадратный штук Геймс. Да, мы опять прям в группу названием «Как достать соседа». Прошлой серии. Мы прошли целых 6 серий. 6 серий. И начнем с 4 серии «Яблочный пирог». И тут уже вы еще прибавили целых 7 пакостей. Ни хрена себе они тут прибавили, конечно. Прибавили движку, называется. 7 пакостей. А зачем мне клей? Клей-то все равно ничего не надо. Стоп, он еще будет мыться, поскольку он телевизор не смотрит. О, есть выбор, что он пойдет в ванную. Да. И он напоролся на мою первую пакость. Вот сейчас, сейчас. Вот сейчас напоролся на мою пакость. Офигеть. Да, ребят. После того, когда я, наверное, пройду эту часть, как достать соседа, я, наверное, перейду на вторую часть, а потом на версию из GameCube. Чтоб жизнь нам медом не казалась. Стоп, а вдруг он через это пойдет? Тут надо сделать старый трюк с туалеткой. Фух, главное не проиграть, ребят. Отлично, он съярил отсюда. Так что берем мыло. Берем туалетную бумагу. Берем нормально. Ай, забыл. Че? Теперь я не могу использовать туалетную бумагу. Зашибись. А, не могу. Как это долго? Долго это будет сейчас. И ты, соседушка, давай подскользнись нафиг. Подскользнись на банановой кожуре нафиг. Я не могу это уже терпеть. Итак. Теперь нам надо подложить ему туалетку. И на какой-то предмет нам надо нанести клей. Давайте добавим к туалетке. И щепотку. А, ты чё? Кажись... Кажись, надо что-то сделать. Маман, яйца принесла. Так же. Сережа купил, бабушка принес. Тетя Люда бабушке. Так, ребят. Будет муторный момент. Видите, будет детям веселей. Стоп. Он же там что-то выкладывает из аптечки. Все, туалет обосранный увидел. Что будет с яичком? Яички! Надо подняться срочно сюда. Так я смогу с яйцом что-то сотворить. У нас уже 3 пакости, неплохо. Неплохо, целых 3 пакости затворили. Еще 4 осталось.
что? Надоело? Да нет. Надоело. Да. Ой, у него муторное ожидание. Когда он только это сделает, только вот это вот сделает. Это очень муторное. Так, теперь беремся за холодильник. И по стандарту, как я и так и знал, яйцо. Ну что ж, прости, мистер Яйцо. Итак, ребят. Ага, пока что мне не надо спускаться. Микроволновка это у нас самая жесткая. Все, сейчас пойдет за микроволновкой. Все, давай, увидишь свое проклятие. Так, куда? Блин, а здесь у него уходит как пару суптар. Волосин? Угу. Пена для бритья. Угу. Как наверное, я думаю, что надо пену заменить на сбитые сливки. А волосин? А волосин нафиг сюда надо. Время часа расплаты. Только я не понимаю, почему клей? Клей почему надо? Ведь он никуда не сходит. А! Что? Что это он сделал только что? Ребят, что это он только что сделал? Неужели мне надо вот в это вот все накидать этого клея? Или на его руки надо. Так, быстро. Быстро налаживаем. Боже. Так, быстренько, пока не поздно. Стоп, а какая последняя пакость? Мы уже все пакости сделали. Это. Вот, все, все пакости мы сделали. Все, пена для бритья, все нафиг. Все. Теперь беги в ванную и увидишь, блин, мои последние рывки. Ой, он же еще сейчас возьмет эти штуковины. И нафиг. Сработает. Ты, господи, он спит спокойно себе. Все, давай. Все, давай, да, возьмись, нормально. Вот так вот. Мы преподали ему урок озверения. Офигеть. Все, победа. Далее у нас серии футбольные баталии. Ну, погнали. О-о-о-о! Вот это да, у него что-то новенькое. Давайте-ка возьмем что-то из этого. Шар для боулинга. О, давайте-ка, как обычно, изрисовываем. Угу, портретик. О, не-не-не, я думаю, что он побежит, да-да-да-да-да, со своим цветочком. Ща он увидит нашу первую пакость. Давай, сосед. Все, сосед увидел нашу пакость. Всего 7%, да?
Да. И да, ребят, цена увеличилась на 8 пакостей. Это вообще нормально. Это нормально вообще. И да, ребят, скоро выйдет ремастер. Так, теперь давайте-ка комедийные трюки. А именно, вот так вот, вот так. Нормально так, нормально все пошло. Так, этот маркер я могу еще к чему-то применить. Точнее, фломастер. Вот к чему. Фломастер для двух пакостей, да, нужен. Он нужен для двух пакостей. Я его отвлек. Ну, конечно, там стоит номерок. Вот там надо. Ой, вы не представляете, что. Так, дайте угадаю. Здесь яйцо, да? Прибавили ставки с сырчиком еще тут. Тут еще и сыр прибавили. Припозднили с дебатами. И теперь надо его вызвать. Надо было раньше это делать. А чё вы мне раньше не сказали? Что это надо было раньше сделать? Как? Как я это проворонил? Всё, давай. Давай беги в туалет нафиг и подскользнись на мыле. Увидишь обосранный толчок. И нафиг все это. Стоп. Надо комедийный трюк. Вот же он, мой любименький. Так, только надо теперь успеть. Успеть каким-то образом подменить мячик. Ну блин, этот сосед проворный, он сразу прибежит. Быстро! Моя школа. Все. Мы прошли. Ах, пока не поздно, давай наступи на этот шар для боулинга. И... Бан, все. Все, он уже наорался. Наорался за соседушка. Ну теперь банный день, который требует максимально 9 пакостей. И все, первый сезон закончим таким образом. Мне кажется, или тут что-то изменилось. Что? Что, блин? Кажется, я догадываюсь, для чего. Но почему не клей момент? Он, наверное, в баню пошел. Да, ребят, в баньку. Вот увидел нашу первую пакость, отлично. Наверное, ребят, мы сегодня 3 серии пройдем, потому что, ну, вы видите, последний уровень
первого сезона. Вот сколько достиг. Нет. А. Только не говорите, что мне придется... Фух, я уж думал, что мне придется это сделать. Только надо по-быстренькому все подмешать для комедийных туалетных приколов. В аптечку я думаю, не смотреть. Я тут уже, наверное, и так понятно. Еще он будет мыться, да еще кое-что сделать. Короче, все как обычно. Все, поскользнулся на мыле. А что дальше? Какого фига надо клей этот использовать? Все, у него нервный срыв уже поднялся. И яичко. Ничего не меняется. Блин, ребят, ничего не меняется. Вообще. Вообще ничего. Ничего, ребят, не меняется. Так, наверное, надо слабительный подложить где-то. Ну, микромолку он сразу увидит. Когда он увидит вот этого, то все, погнал. Ама, где мне ту черную ваксу использовать? Да, ребята, это загадка. Это загадка, ребята. Ну, еще 5 пакостей осталось, так что надо поспешить. Как я сразу не додумался. Надо черную ваксу на это полотенце. Да блин! На это полотенце, на это черную ваксу применить. Ну, надеюсь, правильно будет. Ты пирожок, блин. Да! Отлично. 5-я пака сделана. Еще 4 осталось. 4-я же находится... Вап! 6-я находится в аптечке. Пизде. Все, он еще будет мыться. А мы посмотрим, как он будет измазюкан в этой ваксе. Только я не понимаю, для чего все-таки клей понадобится. Кажется, я знаю для чего. Для книжки. Как я сразу не додумался. Книжку-то использовать. Я не додумался сразу книжку использовать. Так, ребят, выходим из шкафа. Я знаю, для чего надо применить эти штуковины. Снова волосин. Да? Волосин, как обычненько. Снова волосин. Правда, наверное, это уже будет 8-я пакость по счету. Клеем тут надо, да. Так, пока тут он развлекается, надо по-быстренькому в это полотенце добавить немножечко волосинка. Точнее, волосина. Эй, ты чё нельзя? Давай-ка в ванну быстро. Всё! Волосин в ванне. Вы когда-нибудь видели, чтобы в ванне был самый настоящий волосин?
Так, теперь пока он, теперь пока Ротвейлер отвлекся, мы сможем по-маленькому бежать вот сюда, блин. Стоп, а что мне надо сделать с вот этим вот? Я мусорку взял! Отлично, ребят. Я взял мусорку. И туда я подменил, ну, знаете что, ту самую. Наверное, я подменю вместо бутылки. Пустая бутылка. Стоп. Я вообще не хотел использовать пустую бутылку на шкаф. О, все, нервный срыв пошел. Пошло, поехало к тубзику. К тубзику пошел. Вырвало его вообще. Его вырвало, ребят. Офигеть. Сожрал, называется. Так, идем к ванне. Отлично. Мы, значит, сможем. Я понял. Что надо сделать? Я понял. Вот так вот надо. Ну, это так и осталось пустой бутылкой. Нам надо что-то больше. Да, ребят, когда Ротвейлер будет делать пудинг, ну, точнее, когда он собирается сделать пудинг, я подложу, точнее, когда он перед этим, я заменю это вот этим. Ну вы сами смотрите, что. Биба и Боба. Все. Прячемся в шкаф, потому что все. А теперь пора наблюдать. Ну давай. Не повезло тебе, Ротвейлюшка. Чего? Некоторые серии сезонные. Некоторые серии сезон, но у те любешенный смех. Вам вручается статуэтка бронзового соседа. Офигеть. Ладно, ребят, на этом мы и закончим. Если вам понравилась эта игра, ставьте лайки и подписывайтесь. Всем пока!